Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем говорить о природе власти. И главный вопрос, который мы должны обозначить, он, кстати, в заглавии сегодняшней беседы, «Всякая ли власть от Бога?». Итак, эта глава начинается словами: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Послание к римлянам, 13 глава, с 1 по 2 стих. Итак, здесь говорится о том, что так как всякая власть, она проистекает от Бога, то мы должны быть покорны властям, потому что они воцаряются над нами по воле Творца. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению. О чем это? Бывает власть, которая ставится над людьми как особое благословение от Бога. И подданные, существующие под такой властью, они наслаждаются тем правлением, с которым они сталкиваются. Но в книге Екклесиаста 8.9 сказано: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Это когда та или иная власть ставится над нами в наказание. Или бывает так: сначала властитель ставится над нами как благословение, и мы наслаждаемся такой властью. Потом мы не благодарим Бога за благоденствие, и Господь меняет сердце правителя, и он становится несносным наказанием для целого народа, когда человек властвует над человеком во вред ему. Что пишет архиепископ Аверкий Таушев, известный православный библеист? Он жил и работал в эмиграции, когда Россия находилась под игом безбожного советского режима. И, конечно, он переживал эту ситуацию. И вот что он пишет. В 13 главе святой апостол говорит об обязанностях христианина как члена государства и общества. Здесь особенно важно наставление о повиновении властям. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Для правильного понимания этого наставления надо обратить внимание на мысль, заключенную в 3 и 4 стихах. Та власть от Бога, которая поощряет добро и наказывает зло. Поэтому мы вправе сказать, говорит преподобный Исидор Пелусиот, здесь ссылка на святого отца, что самое дело, разумею, власть, то есть начальство, и власть царская установлены Богом. Но если какой злодей-беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему изблевать сие лукавство, как фараону, и в таком случае понести крайнее наказание или уцеломудрить тех, для кого нужна жесткость, как царь Вавилонский
уцеломудрил иудеев». Конец цитаты. Далее архиепископ Аверкий пишет: «В самом деле, разве не отступление от Христа, признание властью от Бога той власти, которая главной своей задачей ставит вполне сознательную борьбу за искоренение веры Христовой в сердцах людей? Выражение благодарности этой преступной власти за ее мнимую заботу о духовных нуждах верующих, активное сотрудничество с нею в ее стремлении к мировому господству, поддержка ее силой своего духовного авторитета, то есть все это совершенно недопустимо для христиан по отношению к преступной власти». Действительно, бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему, а бывает время, когда власть захватывается незаконным путем. Иногда какой-то человек может прийти к власти законным путем, но чтобы упрочить свою власть, он может начать менять законы своей страны. Так делал Адольф Гитлер. Адольф Гитлер был избран демократическим путем. Но придя к власти, он обеспечил, что в немецком рейхстаге большинством оказались нацисты, и они стали менять законы под себя. И придя к власти демократическим путем, он лишил народ права честного выбора. Там вообще было истреблено право выбора. Один фюрер, один страна, один народ. Такое тоже случается. Это тоже переворот. И поддерживать подобные режимы – это гнусность и мерзость в глазах Бога, на чем настаивают и святые, и архиепископ Аверкий Аушев, объяснение которого мы читаем. В книге «Притч», 25 глава, 21-22 стих, говорится: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водой, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Мы уже касались этой темы на прошлой беседе, но в контексте сегодняшней беседы я поясню, о чем это. Власть может быть для нас как в наказание от Бога, и мы со смирением принимаем это наказание, как русские князья со смирением ездили в Золотую Орду, и, отказываясь поклоняться идолам Орды, они говорили: «Тебе, хан Батый, мы поклонимся, потому что за наше окаянство Господь поставил тебя над нами, а твоим идолам кланяться не будем». А бывает власть как благословение для людей, не как наказание, а как благословение. А бывают перевороты, когда кто-то захватывает власть совершенно нелегитимным путем. И мы видели объяснение владыки Аверкия. Но о чем здесь сказано? «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водой, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Делай добро по отношению к любой власти. Если она от Бога, в наказание, и если она от Бога, тем более в благословение для нас. Речь не идет о тех агрессорах, которые захватывают нашу страну. И тогда твоя молитва за власть, твои благословения власти, если она нечестива, соберут горящие угли на голове этих властителей и ускорят их извержение в бездну. А если это благословенная власть, которая заботится о тебе своими молитвами,
ты умножишь благословение и для них, и через них для себя. В нашем время люди очень запуганные. Мы все время боимся, что нас кто-то прослушивает, что за нами кто-то подглядывает, что нашу почту читают, что в нашей квартире установлены какие-то приборы для того, чтобы следить за нами. И мы слышим об этом. И, кстати, есть некая логика в таких опасениях, потому что тот же смартфон, даже в выключенном состоянии, или компьютер в вашем доме в выключенном состоянии, он может быть объектом, который собирает ту или иную информацию о том, что происходит рядом с ним. Но почему мы должны опасаться, что нас увидят, нас услышат, а нас узнают, если мы ведем себя честно? Если мы ведем себя честно, если мы не нарушаем закон Божий и закон общества, в котором мы существуем, законы страны. Как я часто говорю, христиане – это хорошие граждане своей страны. Они исполняют законы своей страны. Правда, в той части, где эти законы не расходятся с заповедями Бога, а так мы оставляем за собой право и возражать. И вот далее сказано: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел». Слышите, братья и сестры? Начальствующие, то есть какими бы они ни были, в наказание нам или в благословение, страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. 13 глава к Римлянам, 3 по 4 стих. Конечно, кто-то может спросить, а неужели все представители власти в таком контексте, они как слуги Божии? Да, в том смысле, что Господь через них устанавливает свой нравственный и моральный порядок. Или хотя бы поддерживает его через них. Амвросиаст пишет, это его комментарий на послание к римлянам: «Поскольку Бог предрешил, что предстоит суд, и поскольку Он, Господь, не хочет, чтобы кто-то погиб, Он, Господь, установил правителей веки этом, которые, побуждая людей бояться их, как всеобщие педагоги наставляют людей в том, что делать, дабы избежать наказания на будущем суде». Очень интересная мысль. О чем это? Все мы знаем, что мы живем в присутствии Бога. Но, несмотря на это, мы грешим и совершаем преступления. И если человек предает забвению эту мысль о том, что он живет в присутствии Бога, пусть хотя бы устрашится собственного смартфона. Пусть хотя бы устрашится собственного компьютера, чтобы не нарушать заповеди Бога и законы собственного государства. И об этом как раз и пишет Амвросиаст, что Господь для этого и установил над нами светских правителей, чтобы страх перед ними сковывал наше стремление ко греху. Ну, а выше мы прочитали: «Хочешь не бояться власти, делай добро». И Амвросий Медиоланский, святитель, в своих изъяснениях Евангелия от Луки пишет: «Поэтому нет никакой вины в должности, вина на том, кто ее исполняет, и не может оказаться негодным Божий порядок,
но только действия распоряжающегося должностью. От небесного примера перейдем к земному. Император, давая кому-нибудь почетную должность судьи, заслуживает похвалу. Если кто во зло воспользуется должностью, это вина не императора, а самого назначенного им судьи. У всякого преступления свой виновник, и вовлекает в преступление не власть, но собственная порочность. Это действительно так. Но это сравнение с мирской ситуацией, а в церкви все-таки законы более строгие в кадровой политике, скажем так. И святитель Иоанн Златоуст писал: «Тот, кто рукополагает грешника, зная о том, что это грешник неисправимый, тот сообщает силу его греху». Поэтому и Павел в наставлении к епископу Тимофею писал: «Рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не стать участником в чужих грехах». Далее апостол Павел пишет: «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания». Ну, это тоже мотивация неплохая. Сказано: «Иных страхом спасайте». Но Павел считает, что этого недостаточно. Поэтому и пишет: «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». И мы помним, конечно же, из Евангелия, когда подать стала обременимой для иудеев, некоторые решили смутить Христа и спросили, можно ли давать подать, имея в виду римских оккупантов. Это был такой хитрый вопрос. Вилка, если он скажет «нельзя», об этом сразу бы они доложили бы римлянам, что он против подати, его бы арестовали. Если бы он сказал «можно давать подать», то об этом бы рассказали народу. Он вообще поддерживает оккупантов, он коллаборационист. Он считает, что надо им давать эти бесчеловечные подати. А Христос сказал: «покажите мне монету». Ему дали монету, он спросил: «чего тут изображение?» Ему говорят: «кесаря», то есть Цезаря. Тогда Христос говорит: «отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Поэтому у нас должно присутствовать вот это размежевание. Да, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Вот этот долг любви, он должен всегда сохраняться за нами, и мы не должны тяготиться этим долгом, что мы должны всех любить, даже врагов, к чему нас призывает Господь. Далее апостол Павел пишет: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чуждого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Что значит «как самого себя»? Как самому себе ты желаешь только блага, так и ближнему человеку пожелай того же. То есть сделай перенос собственных эгоистических интересов, замкнутых самих на себя, на каждого человека, которого нам посылает Господь. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. И блаженный Августин говорит: «люби
и делай, что хочешь. Почему он так говорит? А в том, что нельзя, любя, украсть, нельзя, любя, убить, нельзя, любя, завидовать. Ты можешь, наоборот, радоваться за человека. Нельзя, любя, совершить сексуальное насилие. Это совершенно недопустимые вещи. Так поступайте, зная время, продолжает Павел, что наступил уже час пробудиться нам от сна. То есть прежняя жизнь – это как кошмарный сон, забудьте и не вспоминайте. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. То есть здесь речь идет о том, что мы уже не в начатках веры пребываем, а уже усовершенствовались через таинство Церкви, и спасение стало к нам значительно ближе через все это. Эта мысль продолжается далее, 13 глава, 12 стих. «Ночь прошла», то есть в жизни верующего человека, ночь – это его прежняя греховная жизнь. «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Что такое оружие света? В какое оружие нам надо облечься? Давайте посмотрим, что об этом пишет апостол Павел, это его послание к Ефесянам, 6 глава, 13 по 17 стих. А в каком оружии мы нуждаемся? «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и все преодолев устоять». Какое же нам нужно оружие, интересно. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности». Слышите, братья и сестры, праведность – это как непробиваемая броня. Истина – это то, что припоясует нас и сообщает нам бодрость и устойчивость. «И обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры». Щит веры. Вера защищает нас. Мы отбрасываем с помощью этого щита бесовские прилоги, которые летят в нашу сторону. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите» – это вера в христианское спасение, «и меч духовный, который есть Слово Божие». Также этот меч духовный называется в других местах Священного Писания как меч обоюдоострый, то есть заточенный с двух концов, имеется в виду книги Ветхого и книги Нового Завета. И апостолы говорят, что все Писание полезно для научения, для наставления, для обличения. Далее апостол Павел пишет с 13 по 14 стих: «Как днем будем вести себя благочинно». А почему такой пример? Как днем? Ну, днем на глазах у людей человек же не будет вести себя как-то неприлично. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Здесь другой смысл. У евреев не было принято с утра употреблять спиртные напитки. И даже днем устраивать обильные трапезы, это все относилось ко времени после захода солнца. После захода солнца.
И человек должен опасаться, потому что пиры, пьянство – это зона риска для человеческой души. Это приводит к сладострастию и распутству, как в другом месте Писания сказано, что в вине блуд. Это порождает ссоры, зависти. Хотя иногда люди, казалось бы, выпивают для того, чтобы поддержать отношения, там, познакомиться. Но в действительности это, наоборот, разобщает людей, а не объединяет их друг с другом. А призыв «облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть». Что значит «облечься в Иисуса Христа»? Помните, когда крестят, поют «Во Христа крестихомся, во Христа облекохомся». Мы облекаемся в праведность Христову, когда нам отпускаются благодатью Божией все наши грехи и наши все преступления. Блаженный Августин однажды произнес блестящую фразу. Он сказал: «Весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены». Обдумайте эти слова блаженного. И опять цитата из блаженного Августина. «Когда Павел говорит о попечении о плоти не превращайте в похоти, он показывает, что забота о плоти не осуждается». То есть человек может заботиться о своем теле и должен, если она требуется для здоровья тела. Но если это ненужные утехи и наслаждения, то получающий их справедливо порицается, ибо в таком случае он превращает попечение о плоти в похоти, поскольку сеющий плоть пожнет тлению. А все эти похоти, это совершенно очевидно, они наносят вред не только человеческой душе, но и человеческому телу. Все эти излишества в пище, в напитках – это то, что разрушает здоровье человека и вводит душу каждого из нас в некую такую зону риска. Поэтому, если даже вы организуете какую-то такую встречу, всегда надо знать, с кем можно сидеть за столом, а с кем нельзя. Как и в Писании сказано, гнушайтесь их трапезы, и даже одежды их гнушайтесь. И в послании к Галатам 6:8 апостол Павел пишет: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». То есть тот, который сосредоточил все свои интересы только на плоти, только на теле, он неизбежно, совершенно неизбежно, рано или поздно все это потеряет, потому что плоть точно погибнет, точно умрет и потом точно разложится в земле. А тот, кто сеет в духа, и он возделывает свою душу словесами Божьими, чтением духовных книг, прослушиванием духовных бесед, врачует душу таинствами церкви. Это очень важно все делать. Это означает, что мы сеем в жизнь вечную. И эти библейские беседы, которые мы проводим, они тоже проводятся для того, чтобы мы сеяли бы в жизнь вечную, заботясь о своей собственной душе и о душах людей, которые слушают те наставления, которые им предлагаются. Итак, сегодня мы окончили изучение 13 главы послания к римлянам первоверховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 14 главу этой удивительной книги, этого удивительного послания. Берегите себя.